Первые разведывательно-ударные вертолеты К-52 «Аллигатор» поступят в российскую армию уже в этом году. В приморском Арсеньеве приступили к серийному производству. Событие судьбоносное для холдинга «Вертолеты России», который объединяет разработчика и производителя новой машины КБ «Камова» и дальневосточный завод «Прогресс». Эта машина, во-первых, дает предприятию нормальную производственную загрузку. И за счет выпуска этой машины мы надеемся, что наше предприятие будет идти только вперед, развиваться и будет переходить на новые технологии. К-52 – потомок легендарной черной акулы К-50. На показательном выступлении акула вежливо кланяется зрителям. Но это не прощание, просто акула уступает место более сильным. Имя «Аллигатор» вертолета дал его создатель Сергей Михеев. Этот образ как нельзя лучше подошел новой винтокрылой машине. Это мощь, это рывок, это энергия, это вообще такая хватка такая, так сказать. Она меня поразила. Я, значит, однажды, войдя в цех, увидев уже собранную машину, господи боже мой, так она же похожа на «Аллигатора». Теперь я говорю так, вот если теперь боевой вертолет будет вести себя так же, как хищник, то свое название он оправдает. Визитная карточка камовских вертолетов – два несущих винта, которые вращаются в разных направлениях. Благодаря этой схеме «Аллигатор» способен выполнять уникальные боевые маневры, например, крутить ворон. Если вы цель обнаружите, да, вот она под вами, да, и нужен заход, да, зачем многократно заходить? Над ней стали, обработали до конца и ушли. «Аллигатор» отличается от черной акулы прежде всего двухместной кабиной. Кресла пилотов расположены рядом. Оба летчика могут взять на себя управление вертолетом или огнем. Это важно еще и потому, что К-52 создан для ведения наступательных действий в любое время суток и в любых метеоусловиях. В бою ему отводится роль командирской машины. Два двигателя мощностью 5000 лошадиных сил позволяют перемещаться со скоростью свыше 300 км в час. Отключается один, либо левый, либо правый, и на одном двигателе свободно можно долететь и в заданный район произвести посадку. В К-52 используются композитные материалы. Конструкторы давно оценили их прочность, стойкость к воздействию высоких температур и вибрационным нагрузкам. А самое главное – малый вес. «Аллигатор» на треть состоит из композитов. Мы серийные лопасти композитных материалов начали применять в конструкции вертолетов на 10 лет раньше, чем любая западная фирма. И сегодня прямо скажем, что считаем, что композитный материал – это как раз материал для вертолетов. Специалисты предсказывают, К-52 наверняка заинтересует зарубежных заказчиков. Помимо внушительного набора вооружения, блоков управляемых и неуправляемых ракет «Воздух-Земля» и «Воздух-Воздух», поворотные 30-миллиметровые пушки, «Аллигаторы» отличают новейший бортовой комплекс оборудования. Радиолокационная станция «Арбалет» выдает информацию о препятствиях на маршруте полета и обеспечивает поиск цели. Система катапультирования дает возможность покинуть вертолет на любой высоте – от 0 до 4000 метров. Есть на К-52 и устройство, снижающее вероятность обнаружения вертолета в инфракрасном диапазоне. Все эти разработки делают «Аллигатор» почти неуязвимым.